Всем привет, друзья! Я снова рад приветствовать вас у себя на канале. И сегодня мы с вами продолжим собирать настенные часы своими руками, как бы давая полет творческой мысли и фантазии. Я сегодня приготовил вот такие вот фигурные красивые стрелочки. Вот такие вот стрелочки. Механизм и, соответственно, вот такая вот большая порцелановая тарелка с диаметром 29 сантиметров. Из этой тарелочки мы сегодня будем собирать новые настенные часы. Конкуренция по поводу продажи таких часов высокая, действительно высокая, потому что люди, некоторые когда-то покупали только-только выходящие в продажу такие часики, и сегодня они пытаются их продавать. Естественно, чем старше хороший красивый порцелан, тем он дороже, если у него нет ни щербинок, ни царапинок, если он не побитый. А тем более, если сделаны часы, причем в классическом или викторианском стиле, то такие часы действительно еще дороже. Поэтому не зарьтесь на то, что, к примеру, если вы будете делать такие часы, то они у вас сразу пойдут. Они пойдут, но не сразу. И, как в поговорке, лучше идти как черепаха, чем разогнаться как заяц, и, не добежав до финишной черты, сдохнуть, высунув язык. Так вот, сегодня мы с вами собираем новые настенные часы. Естественно, эти часы потом я, так же, как и предыдущие, выставляю на продажу. И если вы имеете желание приобрести такие часы моего собственного производства, пожалуйста, или через PayPal, или через обычный денежный перевод, или же связывайтесь со мной тут на YouTube или на Фейсбуке. Итак, сейчас мы с вами начнем сборку. В этой тарелке у нас есть вот такой вот ободок. И, соответственно, если мы берем вот этот вот механизм, вставляем вот в это вот отверстие, то у нас получается, вот смотрите, зазор в 2-3 мм, не дающий нашему механизму держаться правильно и прочно на этом ободке, на этих часах, вернее, на этой тарелке. Поэтому сначала мы, как и в прошлый раз, берем вот такую вот резиночку, вырезаем аккуратненько из этой пористой резиночки окружность, и в этой окружности мы делаем маленькую-маленькую дырочку. Как раз эта резиночка у нас по своим размером, вернее, по толщине, идеально подходит вот в такой вот круг в порцелановой тарелке и не дает нашему механизму во время закручивания гаечки выгибаться корпусом и проваливаться или портиться, ломаться. Итак, вот резиночка надета. Сейчас мы будем с вами монтировать наши часики. Вот, пожалуйста. Одеваем. Отлично. Готово. Берем нашу гаечку. Берем шайбочку сначала. Все. Теперь берем нашу гаечку. И аккуратно прикручиваем нашу гаечку. Закрепили. Теперь, чтобы она держалась прочно и механизм не слетел, не дай бог, со стены вместе с часами, мы закручиваем, закрепляем нашу гаечку на нашей тарелке. Так. Готово. Вот, пожалуйста, у нас получилось вид спереди и вид сзади. И сейчас мы берем наши вот такие вот красивые стрелочки и аккуратно, почему аккуратно, потому что они вот такие вот тонюсенькие, очень тоненькие и очень нежные. И аккуратно эти мы стрелочки надеваем на носик наших часов. Не надевается. Тут еще
возникает такой момент, когда если пластиковые стрелки, то их действительно можно хорошо прижать. А вот такие вот тоненькие железные стрелочки, они из-за своего нежного металла не всегда легко надеваются на носик этих часиков. Поэтому нужно быть предельно осторожным при монтаже таких вот стрелочек. Так, часовая у нас готова. Теперь минутная стрелочка. Аккуратненько. Точно так же, как и первую стрелочку. Есть, надел. Отлично. Ну и в заключение мы с вами надеваем секундную стрелочку. Так, чуть-чуть ее сейчас выгнем. Так. И аккуратно наденем. Все. Готово. Вот такие у нас с вами получились часики. Вид сзади, вид спереди. Ну а сейчас мы просто-напросто проверим, насколько действительно качественно мы сделали часы. Переворачиваем и вставляем батареечку. Ну, ух ты, надо же, пошли. Преимущество таких механизмов перед обычными тикающими в том, что они не издают абсолютно никакого звука. Стрелка идет равномерно по окружности. Часики тихие, спокойные. Их можно повесить не только на кухне, но их можно повесить даже в комнате. Что мы сейчас и сделаем для того, чтобы сфотографировать их и выставить эти часы на продажу. Как вы успели заметить, была бы творческая мысль, было бы желание, а остальное приложится. Как я говорил в начале, со мной можно связаться или через eBay, или через Facebook, или здесь на YouTube, чтобы приобрести такие часы в частное пользование. Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться видео с друзьями, поставить лайк, нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых событий у нас на канале. Оставайтесь с нами, будьте нам здоровы и всем удачи. Пока!